Привет! Хочу показать вам славный канал, который может зарядить вас позитивом. Это тот самый канал Apache, на котором найдутся веселые монтажи по CSGO, Overwatch, Battlefield и прочим ништякам. Заходим, оцениваем, подписываемся. Ссылка в описании. Ах, ну что, погнали? А я помню это начало, так что... Просто кивни, покажи, что ты жив. А, пускай твоя мама мне покивает, урод. Мышь осмотреться, не хочу осматриваться. Ну же, брат. Обрати внимание. Не хочу кивать. Отвали. Я ловлю сигнал пришельцев сейчас. Вот так. Что? Ну я ничего не делал. Это же не дернулся. Не верьте ему, парни. Я не киваю каждому встречному. Я себя не на помойке нашел. О боже мой, мы в опасности. Все горит красным. Нам борода, мы тонем. Нас трахнет ужасный Ктулху на дне морском. Пожалуй, стоит осмотреть. Я ведь этот корабль больше нигде не увижу. Классная лодка, только как-то до хрена здесь влажно, ребята, вам не кажется? Сырость, чувствую сыр. Нажмите C, чтобы присесть. О, понял. Давай же, лезь сюда. Не, ребят, мне сказали сесть, я сел. А ну сели, поговорим. Мармок. За что они меня побить хотят? Что я им сделал вообще? Я же идеальный парень, я знаю алфавит, я... Тихо. Они зашевелились. Скоты. Воу-воу-воу, что происходит? Заебись. Я куда-то упал. Ну, ребята, я сел на жопу, ищите теперь меня. Ищите. Я псих-невидимка, лучше бы вам меня не находить. Я сожру ваши усы. Чш-чш-чш, малыш, я к тебе потом подойду. Холодно, холодно, лед, соль. What the fuck? Вот чё за хуйню ты мне на ровном месте придумываешь? Всё чисто, посмотри на своего долбоёба, что он делает? Он копает, он минералы принялся добывать или чё? Он как будто Ямаху завести не может. Иди сюда, я тебе сейчас внутренности разархивирую нахрен. Овощ. Все. Дело шито докрыто. Доложите обстановку. Обстановка как на пляже с бокалом мартини в руке. А, вот и патроны, кстати. Немножко в один карман, немножко в другой. Рассвет в Нью-Йорке. Что может быть отвратительно? Слушай, басы из голоса убрал, щенок. Хули ты такой недобрый? Вау, а что с Статуей Свободы? Ей юбку оторвали. Где юбка? О, какая красивая водичка. Эх, красиво тут. Радуги еще не хватает. Не надо. Не стреляй в меня, говно. Лучше поздоровайся с дядькой. Ой. Он в фонтане утонул. Что ты, блядь, за порода такая? Тебе в тазике мыться опасно. Привет. Хотя что привет, если пока. Я-то вам поотрегулирую шарики. Срысни дух. О, это же пулики. Сейчас я заправлюсь и вернусь к вам. А где мой пулемет? А. Что за... В смысле? Что это за шаманство? Ладно, если сверху. Окей. В принципе, у меня много времени. Я никуда не тороплюсь. Цыка-цыка-цыка, иди сюда. Ну же. Давай. Давай. Кнета. Я через окно не вылечу, нет? Хватай его! Ладно, бля, ща. Я тебя выкурю оттуда. Надеюсь, я не сдохну возле этого пулемета. Съебись оттуда, я сказал. Держись. Малиновый чай выпьем, и все норм будет. Вода. О! Я достал его! Сашибенчик, ощущаю себя царем горы. Прям добился своего в конце концов. Это... Вот я дебил, бля...
есть место, где есть эта штука Лаба Харгрива на острове Рузвельта. Прикольный кальмарик. А это далеко отсюда. Вокруг киша цефа и пытаться туда пробиться самоубийство. Воу, я что-то такого поворота событий не припоминаю. А где кальмарик? Где этот морепродукт? Пенсия, помоги кальмара найти. Он что, на кусочки разлетелся, что ли? Чё за кипиш? Это что, нам от них типа бежать надо? Ты посмотри на них, какие они меткие. Они в основном по аквариумам стреляют. Педрилы, если смотреть по документам, то вы должны нахуй пойти отсюда. Какого хрена? Один с крыши сиганул. Он всегда все так буквально понимает. Под ноги смотри. Еще один туда же. Я что, настолько опасно выгляжу, что они сами прыгают? А ну прыгай! Все нормально. Все под контролем. Мне кажется, он меня послал. Вот, а именно то, что сделает меня счастливым. Все. Патрон мне не надо, бля. Шалом, ты куда такой секси побежал? Там чё? Вы чё, набуханные, что ли? Вот из вертолета упали. А то я давненько колбасой из вертолета не падал. Ой. А где наша винтовка? У меня невидимая снайперская винтовка. А я могу стрелять? Я могу стрелять! Кей, я размазываю чухло пришельцам одной силой мысли. И забавно перезаряжаюсь. Смотрите, я как будто в темноте пытаюсь налить себе чай. Воу, что это со мной? Мне нехорошо или все хорошо? Башка моя из пенопласта, хер я сразу не допёр. О, винтовка появилась. И меня опять штормит. Хватит головой качать. Штормит, его обливать хочется мне, что за нахрен? Тебе что, въебать, чтоб ты быстрее пошел? А, вот оно что. У нас тут сложные препятствия на пути. Даже не знаю, как тебе помочь. Ну разве что морально. Давай, соложонок, ты все можешь. Ты же морпех, мать твою, отъебенять этот бордюр. Найди в себе силы и крикни ему въебало. Я даже не знаю, может толкнуть его. О, сработало. Ты куда так быстро? Подожди меня. Вы только поглядите на его целеустремленность. Да, теперь я за ним не поспеваю. Ой, ты не щадишь меня. Не угнаться мне за ним. Какой же он... А патроны? Какой же он быстрый, как гепард, и опасный, как кошка в ванне. И так сойдет. Чего? Что за звуки? Ни хрена не понимаю. Где ты орешь, сука? Откуда? Что за дребезжание? Вот ты где, часик в радость вам, мистер. Хули вы тут трётесь? Извините, конечно, я вас и так убил бы, но этот звук заставляет меня сделать это быстрее. Так что я, пожалуй, не буду с этим тянуть. Ой, боже, помилуй эту мерзость и не суди ее по внешности. Рука еле поднимается делать другим больно, но... Чё ж поделать, работа. Работа у меня такая сложная. Там убей монстров, там разрушь блокаду, а я что? А мне к чайку бы горяченького до бомжа согреться. Эй, господа, будем надеяться, что нарезка вам понравилась. Кстати, тут у нас уже 2 лямчика на канале. Всем спасибо. Я молодец. Все молодец. Давайте отвечать на вопросы. Мармок, играл ли ты в игру «Герои меча и магии»? Если да, то понравилась ли она тебе? Нет, я не любитель данного жанра. Я и стратегии, по-моему, играл только в... Common Conquer... Google Woman!
Command and conquer, generals. Вот, generals, да. Мармок, почему ты всегда отзываешься о себе и о своем канале не в самом лучшем свете? Да потому что... Потому что нельзя думать, что у тебя все хорошо. Если так думать, то ты не будешь работать над проблемами. К тому же я ничем не лучше любого из вас. И мне плохо от людей с завышенным ЧСВ. Мармок, по каким критериям выбираются игры или же только новинки? Ну, снимать новинки каждую неделю, я думаю, это невозможно. А вообще, всегда я игры выбираю по принципу, а во что мне еще сыграть, или а что у нас там новенького? Еще иногда в группе проводятся опросы, раньше чаще, сейчас пореже, ввиду того, что там всегда люди срутся в комментах, прям любят этими фекалиями обмазываться, так что больше по настроению. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда у меня будет хорошее настроение. Здесь был грёбаный Мармок и Crysis 2. Всего доброго. Пока.